Всем привет! Сегодня понедельник. Тут такое дикое эхо. Ну, в общем-то, как я и обещала, я вам буду сегодня показывать свою ванную комнату. И мне как-то в комментариях написали, что у нас слишком длинные пустые коридоры, но вы знаете, этот коридор обусловлен. Пойдемте смотреть. Итак, та-дам! Вот, наверное, у нас комната вся размером, наверное, 3 на 6 метров. Или, может быть, на 5 метров. Ну, то есть она очень большая и длинная. Я сейчас включу весь свет, который в ней есть, и расскажу вам потихонечку. Начну вот с этого закутка, которого не было у меня в той квартире. Это такое небольшое пространство, где можно стирать и сушить белье. Здесь у меня стоит стиральная машина. По-хорошему, здесь может стоять и сушка. Но, в принципе, мне хватает вот этих вешалок, поэтому я не заморачиваюсь. Вот у меня еще там наверху пока что еще не разобраны после переезда вещи. То, что я трогаю редко, в том числе утюг. Вот. Из интересного, ну что у меня тут? Вот прикольный порошок. Я купила для детей в очередной раз новый. Я, знаете, пользуюсь разными марками. Всегда стараюсь найти что-то органическое. Это вот классный порошочек. Он хорошо стирывает, концентрат. Мне нравится их концепт. Смотрите, вот это то, чем... Мерная ложечка. Вот видите, даже ее можно выбросить, и она защищает нашу природу. Так, из интересного еще... котика... Это марка, не знаю, знаете, не знаете. Это, в общем-то, сейчас у меня кондиционер для белья и пятновыводитель, которым я вполне довольна. Он меня очень устраивает. Ну, тут всякие, вот там вы, например, у меня есть. Правда, это для дома, а не для посуды, но ничего. В посудомойке мы разберемся. Это крем-мыло для рук. У меня в другом туалете есть такая штучка, на которую нажимаешь, и мыло снизу капает. Так, уникум, и это опять-таки МВ. Вот у меня все средства. Очень удобно. Корзина. Вот эти дырки прогрызла Вика, когда была маленькая. И как я не пыталась эту корзину спасти, ничего мне не удалось, все равно она ее проела. Дальше двигаемся, вот как бы в следующую зону. Зона с унитазом. Сразу скажу, ремонт-то делали не мы. И поэтому тут есть некоторые вещи, которые, ну, не совсем нас радуют. То есть мы бы сделали по-другому, в том числе унитаз. Он встроенный, и у него ходит вот эта крышка. Мне кажется, это полезнее всех унитазов. Вот, видите? И как ее сделать, не представляется известным, только полностью снимать его. Видите, вот тут открутились эти гайки, и, видимо, ну... Только его снимать. Короче, мы к этому не готовы, поэтому у нас эта крышка просто лежит. Дальше напротив него мы вот, кстати, подсветка. Тут около ванны, вот тут на сушке, смотрите. Хоп, хоп. Прикольно сделано. И вообще, если вы делаете ремонт и поэтому смотрите такого рода видео, я вам рекомендую освещение в квартире заказать у профессионалов, потому что самому можно 100% накосячить. Теперь... Вот она подсветка, и мы решили, куда же нам деть все наши баночки, скляночки из самой ванны, потому что мы не хотим, чтобы там что-то стояло и мешалось. И вот мы купили такой органайзер, и сюда еще поставим, наверное, цветок из Икеи. Но меня душит жаба покупать этот цветок за 5000 рублей практически, тот, который мы хотим. Поэтому, может быть, я поставлю сюда что-то живое, в общем, посмотрим. Но в итоге хочется здесь какую-нибудь такую зеленую красивую штучку, так как места много. Вот, из интересненького, что у меня здесь лежит, ну вот полотенчики для рук. Тут вот туалетная бумага. А, кстати, вот смотрите, над унитазом есть вот такая вот полочка. Тут тоже у нас туалетная бумага, и здесь вот лежат у меня чистые полотенца. Не знаю, что еще можно сюда положить такого прикольного и красивого, может быть. Пока что эта полочка пустая. Вот хочу вам рассказать про вот эту туалетную бумагу. Если она у вас есть где-нибудь в магазинах, то обязательно купите и попробуйте. Вот эти 10 рулонов стоят 500 рублей. Ну там, со скидкой я покупаю в подружке за 470, если я не ошибаюсь. Она такая, как в отелях, знаете, то есть она не с такими точечками. Ну вот, покажу вам. Вот она вот такая вот. Вот она очень прикольная и мягкая, и, ну, конечно... Каждому свое, ну, короче, если у кого-то есть заморочки насчет туалетной бумаги, кто любит ее хорошую, то вот я вам подсказываю и рекомендую. И, кстати, как вы видите, у меня достаточно много здесь
не обустроенного пространства, поэтому если вы поделитесь советами, мнениями или комментариями ниже, то я вам буду очень благодарна, потому что про кухню, про посудомоечную машину и про то, где нужно хранить тарелки из нее, и почему там такая маленькая зона для сушки, это был просто классный совет, реально, я сама этого не знала. Девчонки, спасибо вам огромное за то, что вы поделились. Меня это реально выручает, спасло, все там переставила, и, в общем-то, все классно. И медленно мы подобрались к ванной. Так, ну что у нас тут? Вот я сказала, у нас по минимуму игрушек. Здесь я, мне кажется, показывала вот уже эти штуки. Это детская пена для мытья и лепки. То есть это одновременно и моет ребенка, и можно там играть, брызгаться. Тут, опять же, органика для детей. Вот этот бренд я для себя обнаружила, Me and Co. Это, я, по-моему, даже делала отдельное видео про крем для ног с можжевельником. Просто потрясающая вещь. И вот у них детская линия, масло для тела. Очень тоже крутая штука, если, например, у ребенка какое-нибудь раздражение. И детский шампунь. Угадайте, кто лидер по шампуням из-за вот этого вот рисунка. Конечно же, Даша его обожает. Еще у меня есть новый вот такой вот антицеллюлитный средство антицеллюлитное, которое мне изюминка подарила Ксения, у которой я была вчера на мероприятии, и расскажу вам в отдельном видео о том, как это прошло. Там очень много было интересного. Ну и тут всякие, видите, шампуни, пробнички из бьюти-боксов и глискур, который у нас стоит уже долго-долго, переехал из другой квартиры. Все, никак от них не откажусь и не выброшу. Так, теперь зеркало. Вообще-то оно вот здесь должно светиться. Но, к сожалению, этого не происходит. Я думаю, что мы его сделаем. Там у нас все есть для этого. И вообще, в принципе, тут или лампочка перегорела, или я не знаю, что, короче, тут произошло. Где-то вот... А, вот выключатель. Надо просто починить. Вот розетка прикольная. Я долгое время думала, что это выключатель от зеркала, а потом, когда стала тыркаться, то поняла, для чего это тоже. Мы почему-то, когда делали ремонт в своей квартире, не стали ставить закрытый, и это на самом деле не очень удобно. Тут вот эта зона мне не нравится. И вообще Валя сказал, что если бы он тут все придумывал и делал ремонт, то он бы сделал длинную стойку на две раковины. Ну это логично, реально для такой огромной ванной было бы, наверное, и круто смотрелось, и удобно бы было мыться. Потому что, в принципе, мы по утрам в ванной собираемся все вместе. Вот эти вот места мне не совсем понятно, чем заполнить. Тоже, наверное, это будут какие-то полочки или, может быть, цветок. Я подумаю. Не знаю, что. Ну, я вот не хочу, знаете, вот сюда вот в углы вешать такие железные штуки, на которых будет храниться всякий хлам. Так, что еще интересного? Ну, вот у нас, чем мы пользуемся. Это моя профессиональная линейка от Элдан. Это моя косметика, которой я пользуюсь. Кстати, сейчас пойду вам покажу, что там у меня на полочке. Это ирригатор тоже. Ну, не каждый день, но частенько пользуемся. Это мусорка. Это зубные щетки все вместе сложные. У нас тоже линейка вся от Рокс. У нас и для детей, и взрослых. И мы пользуемся не только зубными пастами, но и всякими реминерализирующими гелями. Это прикольные штуки, нам нравятся. Вот эту мыльницу я ужасно не люблю. Она все время грязная, но это для детей, потому что им так комфортно и удобно. Так, это вот ополаскиватель. Тоже от Рокс. Очень щипучий. Мне не пошел. Так, теперь. Вот, смотрите, купила новый тоник. Какой-то, кажется, корейский. Ну, в общем, он мне нравится. Обязательно пользуйтесь, потому что без тоника наша кожа сохнет. И ничего хорошего с ней не происходит. Обязательно нужно после любого нанесения воды на лицо использовать тоник. Так, идем дальше. Вот у нас эта полочка. Опять же, начнем. Это мой рай. Здесь я никого сюда не допускаю. Так, что у меня тут? Ну, у меня тут две линейки от Femijil. Это, опять же, Rox, только вот именно их профессиональная косметика, я тоже рассказывала. И мои крема от Elden. Elden это профессиональная линейка, ее просто так в магазине не купить. Это нужно идти к косметологу, и он как бы вам ее выписывает, заказывает. Вот реально крем и маска очень эффективна, у меня еще был гамаш, очень эффективно, я гамаш обязательно повторю. Ну, то есть вот здесь вся баночка моя, вот это органовое масло, я купила его в Америке, надолго мне хватило, оно для волос, очень прикольное такое, пахнет потрясающе. Тут ножнички, чтобы дети не достали,
Так, здесь ящичек. Ага, вот это масло от Clarins давно. Оно выгоняет лишнюю жидкость из организма. Вот пользовалась, у меня это основная проблема. А потом, когда вот столько остается, мне становится жалко, что заканчивает, и не пользуюсь. И поэтому оно у меня стоит, наверное, уже несколько лет. Надо вот куда-то убрать поближе. Крем для тела. Я вот хочу сейчас обновить информацию всю по поводу того, как правильно ухаживать за кожей и телом, потому что это прямо интересно, важно. Так, теперь, ну тут всякие, это дети таскают, здесь все подряд. Ага, вот это классная штука, вот. Это я тоже купила в Америке, тоже органовое масло, и оно такое офигенное, вообще просто для тела. Не знаю, как это называется, Amber and Organ, ну это, я думаю, название. В общем-то, вот эта вещь супер. Так, опять же La Roche, мой любименький. Так, вот еще у нас есть такой интересный гель для душа. Тоже органика. Тоже органическая марка. On Me. Можно использовать и для детей. Они мне присылали ее на обзор, и я осталась прям довольна. Там уже пустая баночка, прям практически ничего не осталось. Так, вот это тоже прикол. Я пошла в Фикс Прайс. И, ну, естественно, я там обычно косметику, как вы видите, не покупаю, но тут я увидела, что у них есть мицеллярная вода. По сути, что такое мицеллярная вода? Наносишь на лицо, убираешь грязь и потом смываешь водой. Поэтому, в принципе, ее состав, наверное, не так страшен. Я зашла и посмотрела все ингредиенты, которые входят в состав. Не обломалась и вникла в состав. Вот эта вещь стоит 50 там, или, допустим, 100 рублей. Во-первых, это состав не хуже, чем у косметики Yves Rocher, да простят меня ребята этого бренда, если вдруг увидят когда-то. Вот. Во-вторых, она классно смывает. Вообще, у меня, конечно, небольшой такой разрыв шаблона. Вроде как страшно на лицо наносить, но с другой стороны, учитывая, что там внутри, может и стоит. Вот тоже пользуетесь вы такими вещами или нет? И может быть, если вдруг Ксюня Изюминка меня смотрит, скажи, пожалуйста, мне насчет этого состава. Я еще у нее обязательно спрошу. Вот. Кажется, все рассказала и показала. Ну что, тут вот полотенцесушитель обычный. Несколько рядов сушки белья. Здесь также можно фен, например, вот сюда положить и хранить. Вот я подумываю, как-то плойку сюда организовать. Ну просто страшно, что дети схватятся за горячую. Вот у меня здесь масочка, не масочка, а шапочка для волос, чтобы делать маски на лицо, чтобы волосы не мешали. Из средств, ну я уже рассказывала, вот уже практически пустая баночка. Вот. Там осталось совсем-совсем чуть-чуть. Когда дети болеют, и когда у них только-только начинается насморк, я всегда им пользуюсь вместо оксалинки. Это крем вообще-то для тела написано, но там состав хороший. И там пчелиный воск, мед, и он хорошо снимает отек носослизистой. И, в принципе, быстрее проходит насморк. Поэтому вот для деток органическая вещь, тоже пользуйтесь. Видите, у меня органики полным-полно. Хотя я не могу сказать, что я 100% только за органику. Вот. Еще про подсветку. Смотрите, как прикольно. Значит, вот пол. Я думала раньше, блин, нафиг это надо? Вот. Ну, смотрите, как красиво. Полностью выключить свет и ночью зайти в туалет. То будет очень прикольно. Не бьет в глаза, и все видно. Это раз. Во-вторых, свет наверху. Видите, ой, видите, частично включается. И тоже становится так камерно, уютно. Можно посидеть с шампанским в лепестках роз. Там я вам уже показывала свет отдельно для того, чтобы разбирать, например, вещи, закладывать. Ну и здесь полноценный свет. Не буду сейчас включать, потому что лупит он очень хорошо. Вот такая ванная комната досталась мне, друзья. Я рада поделиться ей с вами. Может быть, вы найдете что-то полезное для себя или дадите мне какие-то советы. Я буду очень за них вам благодарна. Оставляйте ниже свои комменты. Подписывайтесь на мой канал, пишите темы для новых видео. Ну и, пожалуй, на этом все. До скорых встреч. Пока-пока!